В Сыктывкаре открылся 4-й фестиваль детского видеотворчества «Пышкай». Проект осуществляется на грант главы республики для социально ориентированных некоммерческих организаций. Участники фестиваля – учащиеся медиастудии из регионов России, в том числе и нашей республики. Мне очень понравилось. Тут очень дружные ребята. Они все из разных мест республики Коми и не только. И мне было интересно с ними пообщаться. Цель проекта – расширение культурного кругозора и развитие медиакомпетенций школьников, поддержка видеотворчества детей и молодежи. Они очень тонко чувствуют происходящее, они очень много думают по этому поводу, им есть что сказать. Они хотят говорить об этом, они уже устали слушать, им хочется высказать собственное мнение. А еще я хочу сказать, что они очень хорошо подкованы, они отлично владеют инструментарием, они другие. И это очень классно, я считаю, что хорошее будущее у индустрии. В рамках фестиваля планируется образовательная и культурная программа, мастер-классы и разбор конкурсных работ. То, что я ждал, я уже дождался. Я как член жюри уже посмотрел работы. Высококачественные, прошу это отметить, работы. И интересное кино были представлены на суд жюри. Церемония награждения победителей состоится 11 августа в Национальной библиотеке Коми.